Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка моего первого заказа по октябрю месяцу из компании Siberian Wellness, или Сибирское здоровье, как многие знают эту компанию. И заказ, вернее, коробочка, она немножечко похудела, потому что я ездила к родителям и отвезла им несколько продуктов, например, мармелад, иммунобокс, пульсбокс и еще что-то. А, и мелатонин. Я его, кстати, вытащила из коробки, потому что себе я тоже его заказала. Ну ладно, в другой раз покажу. Итак, почему решила записать для вас обзор? У меня здесь очень много подарков. Компания подарила мне сертификат на целых 15 тысяч рублей. И я их потратила на вкусняшки. Заказала всю коллекцию ароматов. 5 новых ароматов роза, но они все разные. Роза — это очень драгоценное масло, и здесь автор обыграл ароматы настолько красиво. Например, я буду так по коробочкам смотреть. Например, White Rose Musk — этот аромат, который я первый открыла, и он меня покорил. Он покорил меня своей нежностью и неординарностью. А второй аромат, который я попробовала, был вот этот красный. И я с ним пока не подружилась. Это Red Rose Oat. Он, наверное, более, может быть, какой-то мужской. И нотки мне пока непонятны, поэтому я про него, да, ничего не рассказываю. Далее, я попробовала аромат New Rose Davana. Ну, такой своеобразный, знаете, не скажу, что прям нет, совсем нет, но мне надо с ним побыть подольше наедине, послушать его. Однозначно, вот эти два аромата, красный и фиолетовый, они более вот как раз на прохладную погоду будут, осень, зима. Вот, скорее всего, они сейчас будут раскрываться, именно нужно выйти с ними погулять на воздухе. Далее я попробовала аромат Pink Rose Sea Salt. И вот знаете, даже по названию я поняла, что этот аромат станет моим любимчиком. И так и оказалось. Я в него просто влюблена. Его, знаете, уникальность, неординарность, многогранность. Он такой, знаете, эмоциональный аромат и в то же время нежный. Он похож на меня. То есть он такой разный, он легкий, искристый, игристый. И на моей коже он очень хорош. И далее мне понравился аромат Orange Rose Vanilla. Тоже. Вот три аромата, вот как раз они первые стоят тоже. Вот так я их расставлю по степени моей влюбленности. Это будет Sea Salt, далее Musk и ванила. А вот с этими пока я еще буду разбираться. У меня в процессе с ними будет идти, да, сдруживание такое. По поводу ароматов. Многие спрашивают, можно ли протестировать. Да, можно. Можно прийти в ЦОК. Это центр обслуживания клиентов в вашем городе. Если вы в Саратове и ищете себе консультанта или партнера Siberian Wellness, вы можете написать мне, Саратов, Энгельс, окрестности. У меня здесь уже большая команда. И также у меня, например, сегодня будет встреча с моими партнерами. Как раз я пригласила на дегустацию ароматов. И, кстати, вот еще один аромат, тоже взяла его в подарок. Все-таки 15 тысяч, это приличная сумма. И мне хватило на все мои хочушки. Смотрите, у нас вышли новые ароматы мини-формат. Но некоторые ароматы достаточно дорогие. И не каждый человек может сразу выложить за аромат 5 тысяч, даже 3,5 тысячи или 4. И вот такие вот мини-форматы по 20 миллилитров, мне кажется, это максимально удобный вариант. Например, я бы лично взяла бы себе все мини-форматы, они полноразмерные. Во-первых, для меня это большая возможность познакомиться с разными ароматами. Второе, мне нравится их носить с собой в сумочке, то есть в путешествие брать вот такой маленький формат всегда удобнее, чем вот эта вот тяжелая стеклянная бутыль. Вот реально вес здесь 50 миллилитров, а здесь 20, но ощущение, что вот это прям пушинка, а этот очень тяжелый. И какой же аромат я взяла? Golden Amber Midnight Saffron. Мягкий, теплый, уютный, обволакивающий аромат. Я его еще оценила, когда была в ЦОКе, но узнала, что выйдут мини-версии, и не стала его заказывать. Он шикарный.
Он очень стойкий. Вот ароматы из вот линейки вот в таких вот флаконах, вы увидите их, еще есть два других аромата, они очень стойкие, и они так красиво всегда раскрываются на коже. То есть сначала аромат может показаться немножко резким, но потом, когда он раскрывается, с ним не хочется расставаться. Вот как ни странно, ароматы для меня в Siberian Wellness были все нестандартными. Может быть, ну, парочку ароматов, такие более-менее привычные, которые мы слышим зачастую, кстати, и в магазинах можно, и в других сетевых компаниях, как-то вот они перекликаются. И тут вдруг у меня, вот знаете, какой произошел разрыв шаблона, то что ароматы оказались абсолютно непривычными для моего носа и мозга, самое главное. Особенно денежные ароматы из линейки единица, шестерка и девятка. Это было что-то, знаете, когда мозг сломался, а потом собрался. И вот сейчас я с этими ароматами взаимодействую, именно ставлю перед ними задачу или себе, например, думаю, что я сегодня хочу. Так, мне сегодня нужно, ну, может быть, придумать какой-то новый движ в команде, марафон или какой-то розыгрыш, да, или как-то вот заинтересовать команду, или придумать какой-то классный эфир или вебинар. Что я делаю? Я беру шестерка секстум. Я его просто нюхаю, мне даже не нужно его наносить на себя, хотя я его очень люблю, он с такими зелеными цитрусовыми нотами, то есть не апельсин, да, или мандарин сладкий, а вот именно что-то больше лаймовое такое, да, прохладненькое, со стринкой. И вот этот аромат стимулирует мозговую деятельность так, что у меня генерят идеи просто. Мне иногда девчонки в чате пишут: Лиля, как ты все это придумываешь? Откуда у тебя столько идей? Я сразу говорю: шестерка. Просто нюхайте аромат шестерка, и будет море всегда идей, да, и вдохновения. Посмотрим, что дальше. Я думаю, вы уже заметили, когда я поднимала коробочку, вот этот огромный пакет. Это коктейль. Это не просто коктейль, это очень вкусный коктейль. Я до этого уже заказала себе клубничный, и уже его пью несколько дней. Это что-то невероятное. И в подарок я себе взяла еще шоколадное печенье. Смотрите, это Кеформа, это итальянское производство, да, это собственное производство компании Siberian Wellness в Италии. Буквально вот не так давно компания приобрела это производство. И если вы знаете, что Кеформа — это как раз партнер итальянских спортсменов, которые победили на предшествующей Олимпиаде. То есть это очень известный бренд. У них также есть своя уникальная форма для спортсменов. И сейчас компания набирает амбассадоров, которые могут, да, транслировать вот этот здоровый образ жизни с помощью продукции Siberian Wellness в партнерстве с Кеформа. Представляете, как это классно? Просто что-то невероятное. По поводу коктейля. Я попробовала уже коктейль ранее из спортивной линейки, я брала себе черничный чизкейк, я попробовала кокосовое печенье, я попробовала два веганских коктейля: лайм и апельсин и персик и апельсин. И, по-моему, все. Очень вкусные. Все коктейли, они разные, они такие необычные, очень вкусные. Но вот этот коктейль, вы знаете, из какого разряда? Это просто невероятно вкусный десерт. Я думаю, оценят дети. Я пока не пробовала вот этот печенье. Сегодня вечером с девчонками его откроем. Может быть, видео снимем и попробуем новинку. Но когда я попробовала клубничный коктейль, я поняла, что это больше даже, чем вкус детства. Это как будто коктейль с мороженым. А еще там кусочки живой клубнички, да, засушенной. Как это красиво выглядит. Он такого невероятно розового цвета. Конечно, это был мой первый, да, коктейль, мой выбор. И сейчас я еще попробую с печеньем. Интересно? Хотите ролик? Пишите в комментариях. Дальше. А, подождите, иммунобокс у меня еще... А, еще один есть. У меня их было два. Расскажу. Так, заказала себе новинку. Это Beauty Mix персик и опунция с коллагеном, биотином и витамином С для красоты кожи, волос и ногтей. Вот такая коробочка. Будем сегодня пробовать. И в этой коробочке, по-моему, 8 пакетиков должно быть. Вот такие пакетики. Очень удобно, они порционные. То есть мы берем, да, как раз 8 штук.
Мы берем один пакетик в день и выпиваем. Просто нужно развести с водой комнатной температуры и выпить вкусный классный напиток. Я до этого уже пробовала разные напитки, например, с коллагеном я уже пробовала, потом клетчатку я уже не одну пачку даже пропила, потому что это очень вкусно и полезно. То есть все напитки, которые я пробовала здесь, они очень вкусные. Кстати, я еще брала имбирь и лимон. Это, знаете, если человек заболевает, обычно покупают какую-нибудь терафлю или еще какие-то вот эти пакетики в аптеке химозные. А у нас есть имбирь и лимон вот в таком же пакетике. У меня дочка недавно стала себя плохо чувствовать, у нее такой нос. Я ей сразу заказала, говорю, пей, быстро пей пакетики. Слушайте, она сказала, что очень вкусно. Я сама не попробовала, потому что не успела, не видела, когда она пила, чтобы у нее попробовать немножечко. А отдельно просто не пила, ну не пробовала. Надо попробовать. Так, далее. Заказала мармеладки. Брала папе малину и шиповник, но он сказал, у меня еще есть, покушайте сами. Ладно, думаю, скушаем, потому что обожаю малину и шиповник. Он как раз для иммунитета. Малина и шиповник. Мне кажется, это два таких знакомых продукта, которые люди всегда, когда заболевают, сразу пей чай с малиной, да, и заваривай шиповник. Эти продукты укрепляют иммунитет. Классно, а это мармеладки. Я сейчас, когда знакомлюсь с людьми, с кем-то, с новыми, особенно со специалистами, очень много хожу, то на массаж, то на маникюр, на педикюр, на лазер и так далее. То есть куда-то иду, я дарю мармеладки. И потом спрашиваю, как вам мармеладки? И мне одна девушка, вот прям недавно косметолог, сказала, это больше, чем мармелад. Это очень вкусно, да еще и так полезно. Я почитала состав, Лиля, класс, я хочу еще где это взять. И вот это мой любимый стал мармелад. У меня, знаете, как бывает, сначала у меня был любимый манго-персик, потом я полюбила апельсин с корицей, ой, он такой вкусный, такой пряный-пряный, потом другой, я какой попробую, он у меня сразу становится любимым, ой, а с черникой какой классный. Но сейчас кактус и инжир – это моя любовь. С метабиотиком, представьте, мармелад, для поддержки микрофлоры кишечника. Вкусно, полезно. И все меньше и меньше хочется есть какие-то сладости, которые абсолютно, можно даже сказать, да, вредные. Не то, что не полезные, а наоборот, даже вредные. Так, поехали посмотрим, что еще. Самый популярный чай. Угадайте, какой? Раз, два, три. Антистресс. Все просят чай антистресс. И котики, и люди, потому что сейчас стресс, это, мне кажется, у каждого написано на лице, я в стрессе, дайте мне чем-то успокоиться. И вот этот чай, он классный, я его просто завариваю на ночь, пакетик заварила, выпила, сладко, спокойно сплю, мне очень нравится этот чай, поэтому спокойно, да, можно сказать, что это прям вот, ну не нужно никакого снотворного, не нужно, опять же, мучиться, вертеться, выпила чай, спишь спокойно, потому что человек, который высыпается, отдыхает во сне, не просто спит, а именно во сне отдыхает, он просыпается полным сил и энергии, как будто происходит перезагрузка, организм наполняется во сне, и утром встаешь, все сразу круто, и зарядочку сделать, и завтрак вкусный приготовить, и на работу побежать, да, с детишками, да, все время на позитиве, когда есть энергия, и ты спокоен. Ну а что беспокоиться? Разве мы можем что-то изменить, да? Ну что-то можем, но не всегда. Далее, цинк. Мне кажется, про цинк знают все, я не знала, почитала и поняла, что цинк нужен. Папе отвезла коробочку, себе сейчас коробочку, Лере дала, они были по акции, две штуки берешь, скидка на них дополнительно, поэтому две осталось, две уже раздала. Я же говорю, все расходится очень быстро. Далее, что я себе заказала, ребята, вы будете... Может быть, да, скажете, зачем тебе это, Лиля, нужно? Ну, не знаю, хочется, мне хочется очень длинные волосы. И это шампунь для роста волос. Еще не пробовала, все, вот они запечатаны, здесь вот пленочка такая. Ну, мы сейчас один попробуем открыть, если получится, конечно. Нет, не дает открыть, надо отклеивать бумажечку. Раз, вот. Так, сейчас мы ее вот сюда приклеим.
и понюхаем. Такой свеженький какой-то аромат, даже я бы сказала, что-то немножко с кислиночкой такой приятный. Ой, классный. Что здесь в составе? Экстракт красного перца и касторовое масло эффективно очищает, стимулирует кровообращение в коже головы, способствует укреплению роста сильных здоровых волос. Это мощная сбалансированная формула, восстанавливает текстуру, снижает ломкость, придает прическе дополнительный объем. В составе экстракт красного перца, конский каштан, ментол, касторовое масло, ниацинамид. Прям ниацинамид, это класс. Потом депантенол, еще что-то на английском. Комплекс растительных экстрактов эндемикс. Экстракты сагандайли, элеутерокока, красной щетки, моральева корня и байкальского шлемника. Слушайте, я что сейчас заметила? Раньше, когда я читала аннотации вот так вот на видео, я не могла никак прочитать и всегда как-то ускорялась такая, ну, почитайте отзывы на сайте. А сейчас я понимаю, что я прям отлично вижу весь шрифт, а все почему, я вам сейчас покажу. Кстати, вот это открытие. Попробую шампунь, расскажу вам потом. А все потому, что я пью из серии Nutrition, вот такая же из серии, это эко-упаковка, есть еще такая люксовая упаковка, красивая. Я пью Neurovision. Еще я пропила синхровитал для зрения, то есть у меня зрение, оно прям вот, ну реально меня подводит, потому что очень много в телефоне, очень много в компьютере. Я еще сейчас вела практику ежедневного чтения, хотя бы понемножку, 15-20 минут, но порой бывает засиживаюсь с книжкой по полчаса, потому что, ну, давно не читала вот так, чтобы взахлеб, увлекательно. И вот есть у нас серия Nutrition, это натуральные витамины. И именно Neurovision — это для тех, кто много сидит в телефоне за компьютером, то есть у кого большая нагрузка мозговая и на глаза. И я вот сейчас пью вторую пачку, я могу сказать вам, что я уже вижу результат. Но, во-первых, у меня не устают глаза, у меня к вечеру раньше глаза такие были красные, уставшие, кровеносные сосуды очень видно, а сейчас они у меня, я даже вечером могу сесть за компьютер и пол первого, и утром встану, могу сразу схватить телефон, раньше не могла, я не видела просто, а сейчас нормально, слушайте, работает. А в руках я держу витамины Beauty Sense, то есть это тоже натуральные витамины, здесь 20 упаковочек, 20 пакетиков именно для красоты, для молодости. Представляете? Уже одну пачку открыла. Почему взяла эту? Они идут тоже по акции. Один пакетик иммунобокса идет в подарок. То есть берешь пачку вот таких витаминов и коробку иммунобокса абсолютно бесплатно. А иммунобокс, он, мне кажется, нужен сейчас будет абсолютно всем. Если хотите, я открою вам сейчас, покажу. Как раз вот так. Ой, не с той стороны открываю. Коробочку бьюти. Так, смотрите, вот он, иммунобокс. Если вдруг заболели, вот у меня Лера, когда заболела, сразу два пакетика выпила. Выпей сразу два. Сразу два, 6 капсулок выпиваешь, а потом по одной в день. Два дня, и Лера ушла гулять. То есть все, быстрое выздоровление. Здесь коробочки на 30 дней. Вот я отвезла родителям такую коробочку. Отвезла им коробку как раз лимон и имбирь, пакетики, и сказала, если вдруг почувствуете, что заболеваете, насморк, там вот бывает такое, сразу слезятся глаза, какая-то вот начинается такая непонятная история с телом, я говорю, сразу пейте, пакетик выпили во время еды, и чуть попозже опять будете кушать еще один. То есть не сразу два, потому что все равно у взрослых людей уже там, ну, нагружать кишечник, да, желудок лишний раз. Лучше понемножку дозированно, все равно оно классно все сработает. Вы пьете сразу иммунобокс, разводите, пьете лимон и имбирь, новамин, натираетесь корнем, дышите корнем, это вот бальзам наш знаменитый. Все, то есть родителей обеспечила, мне так спокойнее. Я буду знать, что если вдруг они, у них что-то произойдет, у них сразу скорая помощь будет здесь вот прям под рукой. Здесь сейчас. Так, открыть, открыть. Не взяла ножичек. Ну, в общем-то, здесь тоже капсулки, 3 капсулки в пакетике. Не могу открыть. Ногти. Гелевые ногти, они толстые, они уже не слушаются, как обычные наши, да, ногти. Нет, не получится. Далее,
мой любимый мармелад был по акции, и я его взяла. Опять любимый, да, но он просто абсолютно другой. Это мармелад не к чаю, это мармелад для того, чтобы защитить ротовую полость от инфекции и так далее. То есть, и сейчас расскажу. От развития вредных бактерий, снимает воспаление, ускоряет восстановление слизистой и еще и заряжает энергией сибирской тайги. Вы знаете, он на вкус реально такой таежный, прополис, здесь прополис. И его нужно рассасывать. И если заболело горло, то тоже 4-5 штучек в день можно рассасывать, чтобы быстрее, да, пошло восстановление. Представляете, какой он полезный? И поэтому у меня его всегда много, и я его тоже угощаю, дарю, сами кушаем с удовольствием. И знаете, его, я когда еду куда-то, я с собой беру пачку, потому что нет возможности там поел и сразу там прополоскать рот или зубы почистить. А бывает еда такая острая, пряная, вот особенно когда мы ездили в Армению, в Грузию, это как палочка-выручалочка. Забросил мармеладку, рассосал, все, приятный такой свежий аромат изо рта. И это еще не все, здесь еще что-то. Это мой любимый пик. Еще одна баночка была, я ее папе отвезла. А пик тоже был по акции, поэтому набрала его с удовольствием. Что такое пик? Это природный инулиновый концентрат. Или по-простому это измельченный картофель, да, топинамбур. Может быть, вы не знаете, но я топинамбур знаю с детства. Нас папа всегда заставлял есть. Знаете, растет такая длинная какая-то травина толстая, и у нее вот эти корневища все такие корявые, некрасивые, и мы их очень не любили чистить, потому что замучаешься, пока их чистишь, они еще почернеют, то есть у них вид такой невзрачный. Оказывается, это очень полезно, и пик рекомендуют особенно диабетикам. То есть у кого повышенный сахар, пьют регулярно пик утром, кофейную ложечку выпиваешь, и, во-первых, он организует всю работу кишечника, да, восстанавливает микрофлору, налаживает стул, если у кого проблемы с этим. Но если такие проблемы, то ну, к пику можно еще кое-что добавить, например, ЭПАМ 11 и чай комфортное пищеварение. Вот это антистресс такой. Где мои котики? Они у нас эту коробку один раз украли, пытались ее открыть, хорошо, что у них не получилось, а у моей подруги открыли, у нее тоже два котика, и все раздербанили, нанюхались, я не знаю, такие были довольные котики. Так что вот такой классный заказ, коробка пустая, очень много вкусного, конечно, я в восторге от таких щедрых, классных подарков. Нравится? Пишите в комментариях свои вопросы. Если вы еще не оформляли себе карту клиента, или вы думаете о том, что, чтобы стать бизнес-партнером, можете либо мне написать, либо найти ссылочку в комментариях и оформить себе карту абсолютно бесплатно. Я вам желаю всем отличного настроения, крепкого сибирского здоровья и успехов. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!